И чего только они не болтают. Ой, то начнет пейзажем восхищаться. А то и вообще к делу не относящийся. Вот как тендер сейчас. Завел про свой новый костюм. И уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая. Да как ему портной пуговицы менял. Молчи, убью. Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну, тогда извини. Стой! Кирилл немедленно тормозит. Реакция хорошая. Молодец. Беру я тендера за плечо, поворачиваю к себе и с размаху ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло. Глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал. Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты. Я рукой ему показываю: стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. И тут я просто все забыл. Понад кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьем разным, поползло этакое дрожание, трепет какой-то. Ну, как горячий воздух в полдень над железной крышей. Перевалило через бугор и пошло. Пошло нам наперерез. Рядом с самой вешкой над дорогой задержалась. Постояла с полсекунды. Или это мне показалось только. И утянулась в поле. За кусты, за гнилые заборы. Туда, к кладбищу старых машин. Вперед. Что это было? Откуда я знаю? Было и нету. И слава богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, понял? Слушай, Ред, давай прыгнем, а? На 20 метров вверх и сразу вниз. Вот мы и у гаража. Молчи, дурак. Не мешай, молчи. Вверх ему. Саданет там тебя на 20 метрах. Костей ведь не соберешь. Или комариный плешь где-нибудь здесь объявится. Тут не то что костей. Мокрого места не останется. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони. Мальчика с пальчика помнишь? Проходили в школе? Так вот, сейчас будет все наоборот. Смотри. И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил. Как положено, метров на 10. Гаечка прошла нормально. Видел? Ну? Не ну, а видел? Я спрашиваю. Видел. Теперь самым малым веди галошу к этой гаечке. И в двух шагах до нее не доходя, остановись. Понял? Понял. Гравиконцентраты ищешь. Что надо? То и ищу. Подожди.
Подожди. Я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай. Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально. И легла рядом с первой. Давай. Короче, обошли в акваренный пляж и поднялись на бугорочек. Дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку. Чистая она оказалась, милая моя. Никакой дрянью не заросла. Цвет не переменила. Смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража, у всяких вешек. Я приказал Кириллу снизиться до 1,5 метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала с солнца ничего не было видно. Черно и черно. Потом глаза привыкли. И вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Ну, самую малость только. Поднялся я. Поглядел по сторонам. Грузовики на площадке стоят действительно как новенькие. С тех пор, как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали. А вот бензовоз, тот совсем бедняга проржавел. Скоро разваливаться начнет. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте. Не понравилась мне эта покрышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась. Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего. Работать можно. Только что... Кто это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Надо идти. Я говорю Кириллу, иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади. Смотри мне в спину, не зевай. И пошел. На пороге остановился. Огляделся. Глаза к сумраку привыкли. Все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно серебрится там. Нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку. Очень на паутину похоже. Шагнул я это внутрь и прямо к канистрам. Присел над пустышкой на корточки, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу, ну, берись. Да не урони, тяжелое. Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило. Ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть «стой», мол, «замри». И не могу. Да и не успел бы, наверное. Слишком уж быстро все получилось. Кирилл
шагает через пустышку, поворачивается задом к канистрам и всей спиной в это серебрение. Я только закрыл глаза. Все во мне обмерло. Ничего не слышу. Слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском. Словно обыкновенная паутина лопается. Ну, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами. Ни рук, ни ног не чувствую. Взяли? Ну ты чего? Взяли. Подняли мы пустышку и понесли к выходу. Боком идем. Тяжеленная дура. Даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко. Остановились у галоши. Тендер к нам уже лапы протянул. Сначала. Повернись спиной. Он без единого слова повернулся. Смотрю я. Ничего у него на спине нет. Я и так. Я и этак. Нет ничего. Тогда я поворачиваюсь. И смотрю на канистры. И там ничего нет. Слушай, ты паутину видел? Какую паутину? Где? Ладно. Счастлив наш Бог. Давай, берись. Завалили мы пустышку на галошу и поставили ее на попа, чтоб не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди солнышко играет. И синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не пустышка это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с сиропом, с таким синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на галошу сами и без лишних слов в обратный путь. Благодать этим ученым. Во-первых, днем работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в зону. А из зоны галоша сама везет. Есть у нее такое устройство. Курсограф, что ли. Которое ведет галоша точно по тому же курсу, по какому она сюда шла.
Плывем мы обратно. Все маневры повторяем. Останавливаемся. Повисим немного. И дальше. И над всеми моими гайками проходим. Хоть собирай их обратно в мешок. Короче говоря, выбрались мы из зоны. Загнали нас с галошей вместе в вышибойку. Или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах. Облучали какой-то дрянью. Обсыпали чем-то и снова мыли. Потом высушили и сказали: «Валите, ребята, свободны». Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол, подберут, а сам двинул в душевую. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто. Знай себе, глотаю крепко, как воду. Живой. Отпустила зона. Отпустила поганка. Подлая. Живой. Новичкам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы. То ли от крепкого, то ли не знаю от чего. Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячий мылся, холодный мылся. Снова горячий. Мыло целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу: «Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!» «Зелененькие? Это хорошо!» Открыл я дверь. Стоит Кирилл в одних трусах, веселый. Без никакой меланхолии. И конверт мне протягивает. «Держи от благодарного человечества!» «Чихал я на твое человечество. Сколько здесь?» «В виде исключения из-за геройское поведение в опасных обстоятельствах 2 оклада. Давай. Ну как? Доволен?» «Ничего. А ты? Ладно, давай, дуй». «Стой! Подожди. Подожди, Кирилл. Ну-ка, пойди сюда». «Чего?» Взял его за плечи, повернул. Нет. Показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли. Нервы, черт бы их побрал. Там мерещилось, здесь мерещится. К дьяволу все это. Напьюсь сегодня, как Зюзя. От Ричарда бы ободрать, вот что. Надо же, стервец как играет. Ну, ни с какой карты его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал. И карты под столом крестил. И повсяк. Кирилл! А? Ты сегодня придешь в Боржич? Не в Боржич, а в Борщ. Сколько раз тебе говорить? Брось, написано Боржич. Ты к нам с своими порядками не суйся. Ты придешь или нет? Ричарда бы ободрать. Не знаю, брат. Ты ведь простая твоя душа и не понимаешь, какую мы штуку притащили. Ладно. Счастливо тебе оставаться. Сложная твоя душа.
Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. Часть вторая. Редрик Шухарт. 23 лет, холост, лаборант мормонского филиала Международного института внеземных культур. В Боржиче в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь. Как ни придешь, вечно эти бармены бокалы протирают. Словно у них от этого зависит спасение души. «Здорово, Эрни!» — говорю. «Хватит тебе его мучить! Дыру протрешь!» Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на 4 пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает. Из музыкального автомата доносится какое-то тихое хихиканье. Эрнест сопит в очередной бокал. Хорошо. Спокойно. Я допил. Поставил бокал на стойку. А Эрнест без задержки наливает мне еще на 4 пальца. Угу. Ну что, полегче стало? Оттаял? Стал. Ты знай себе 3. Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие. Это кто ж такой? Да был такой бармен здесь, еще до тебя. Ну и что? Да ничего. Ты думаешь, почему посещение было? Тер он, тер. И ты думаешь, кто нас посетил? А? Трепло ты. Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой. Жареных сосисок принес.
тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Класс у него наметанный. Сразу видит, что сталкер из зоны, что хабар будет. И знает Эрни, чего сталкеру после зоны надо. Свой человек, Эрни. Благодетель. Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю. Но краем уха слышал, что пустышка, например, идет там чуть ли не за 2500. А Эрни дает нам всего 400. Батарейки там стоят не меньше 100. А мы получаем от силы по 20. Наверное, все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу. Начальник перевозок наверняка у них на содержании. В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и зарабатывает. Процентов 15-20. А если попадется, 10 лет каторги ему обеспечено. Хлебнул я, как следует, из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную. Есть там одна такая песенка. Очень. Проклятый! Идите сатаны! Ред! Ты тоже служишь сатане, но все-таки человек! Здорово! Рыжий! Слуга сатаны! Люблю тебя, рыжий! Восплачем о грехах человеческих! Горько восплачем! Восплачем, Гудолин. Глотнем слез греха. Ибо грядет день, ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его, и тщетны молитвы предавшихся сатане, и спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ залкавшие вам, говорю, слепые, опомнитесь, пока не поздно, растопчите дьявольские бирюльки. А выпить мне здесь, да тут, нигде это я. Знаешь, рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят, красный. Я им объясняю, опомнитесь, сами слепые в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете. Смеются.
Но дал я управляющему пахарь и ушел. Посадят теперь. А за что? Так, ребята. Нет. Сегодня я плачу. Эй, а как же... Все законно, законно, Дик, все законно. Премию будем пропивать, премию. В зону ходили. Что-нибудь вынесли? Полную пустышку. Так. И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет? Да. Сейчас буду. Полную пустышку. На, держи. За какую-то пустышку да. Жизнью своей рисковал. Засохни, Гудалин. Да. Пей, веселись. Я живой вернулся. Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие. А как ты можешь знать, рыжий, сколько горя и греха? Ладно. Ну, за удачу, ребята. Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис. Сидит, плачет. Течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая. Обливаться слезами и проповедовать, что зона, мол, есть дьявольский соблазн. Выносить из нее ничего нельзя. А что уж вынесли, вернуть обратно и жить так, будто зоны вовсе нет. Дьяволова, мол, дьяволу. Я его люблю, Гуталин. Я вообще чудаков люблю. У него, когда деньги есть, он у кого попало, хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят. А потом ночью прет этот хабар обратно в зону и там закапывает. Во ревет-то, Господи! Ну, хорошо. Успокойся, Виталий, Скажи, пожалуйста, а что это такое полная пустышка? Ну, просто пустышка, это я знаю. Полная пустышка. Что такое полная? Я первый раз слышу. Ну, знаешь, да, вот просто пустышка, знаешь. Ну, да. А это так. Вот между дисками, ну, uh-huh. как будто такой синий туман переливается так. Понятно. Это интересно, интересно. Это, знаешь, что-то новенькое. А с кем ты ходил? С Кириллом, да? Угу. С Кириллом. И с Тендером. Знаешь, наш этот, лаборант. Да. Намучился с ними, наверное, а? Все возвращайте в зону. Исчадие чертова. Знаешь, Дик, ну? А вот ничего подобного. О. Не намучился. Как? Вполне прилично держались ребята. Вот особенно да? Кирилл. Прирожденный сталкер. Ему бы опыта побольше, торопливость вот эту с него ребячью сбить. Да. Я бы с ним каждый день в зону ходил. И каждую ночь в зону, да? Это брось, понял? Шутки-шутками. Ну хорошо, ясно. Я не прав. Шутки-шутками, а за такое можно по морде схлопотать. Ну. Считай, что ты мне должен две плюхи. Извини, пожалуйста. Ладно. Слушай, Дик, вот я смотрю, в последнее время в городе много незнакомых появилось. И все больше какие-то молокососы в шарфах до полу. А как же? Начинается большое строительство. Институт три новых зданий закладывает. Кроме того, зону собирается стеной огородить. От кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются. Ага. Да, а когда они были у сталкеров? Ай,
погоди. Вон вчера в гостинице зашел я в бар принять. Ну, ночной колпачок. Нет, новые. А мне сразу не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека. Дает понять, что он меня знает. Знает, кто я, где работаю, и намекает. Нет, намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги. Шпик. Да нет, Мир, нет. Не шпик. Нет, да послушай, подожди. Его интересуют кое-какие предметы в зоне. И при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, зуда, черные брызги и прочее. Бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекает. Интересно, что же ему нужно? Ведьмин студень, как я понял. Ведьмин студень ему нужен. Да. Андрей, а смерть лампы ему случайно не нужна? Да, я его тоже так спросил. Ну? Представь себе, говорит, нужна. Ты смотри. Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть. Вон, ведьмина студня, вон она, там полные подвалы. Бери ведра да зачерпывай. Похороны за свой счет. Сейчас. Ну, пошли. Кто же это такой был? Вот кто же это такой был? Студень. Его запрещено даже в институте изучать. Да правильно. Исследование, подтверждающее потенциальную опасность для человечества. Понял теперь. Ой. Пришельцы, что ли? Давай-ка лучше выпьем. Простая ты душа. Давай. Тоже мне нашли себе простую душу, умники. Эй, Гуталин. Хватит спать. Да. Подожди. Хватит спать. Да не тряси его. Давай выпьем. Не тряси его. Ну. Ты же безнадежный. Ладно. Тихо. Отдыхай. Простая я там душа или сложная, а вот про этого типа я бы тут же донес куда следует. Угу. Вот на что я не люблю полиции, а сам бы пошел и донес. А тебя бы в полиции спросили. А почему, собственно, он и тип к вам обратился, а? Все равно. Вот ты, толстый Боров. Да, в городе третий год. А в зоне ни разу не был. Ведьмин студень только в кино видел. А вот посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает, вот ты бы тут же в штаны наделал. Это, милок, страшная штука. Ее из зоны выносить нельзя. Вот, ну, ты сам знаешь, сталкеры люди грубые, им только капусту подавай да побольше. Да. Вот на такое, вот даже покойный слизняк Царства Небесное не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет. Я даже представить себе боюсь, кому и для чего ведьмин студень может понадобиться. Ты все правильно. Правильно. Так и мне, поймешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке, покончившего жизнь самоубийством. Пу! Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой. И жить, понимаешь,
Люблю. Давно живу. Привык. Вот. Господин Нунан, вас к телефону. Спасибо, Эрни. Спасибо. Да. Вот я. Опять, наверное, рекламация. Везде. Везде она идет. Извини, Эрни. На дорожку. Я пошел. Давай. Дик пошел к телефону, а я остаюсь с Гуталином и с бутылкой. И поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку. Вплотную. Черт бы побрал эту зону. Ну, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь. Зона, зона, зона. Конечно, хорошо Кириллу рассуждать. Кирилл хороший парень. Никто его дураком не назовет. Наоборот, умница. Но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой погони крутится вокруг зоны. Вот теперь, пожалуйста. Ведьмин студень кому-то понадобился. Нет. Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь, подумаешь, да и скажешь, может, действительно оставить дьяволова дьяволу. Тут усаживается на месте Дика какой-то сопляк в пестром шарфе. Господин Шухарт. Ну? Меня зовут Крион. Я с Мальты. Ну? Ну и как там у вас на Мальте? У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест. Ну и как поживает старина Эрнест? Ну, по-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся. А я бы нет. Выпить хочешь? Спасибо, я не пью. Ну, закури. Извините, но я и не курю тоже. Дружище, тогда зачем же тебе деньги? Наверное, это только меня касается, господин Шухарт. Правда ведь? Ну, что правда, то правда. Сейчас я пьян. Гуляю, как видишь. Ходил в зону. Вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой... Уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что... Иди, прошу. Давай отложим серьезный разговор. Ладно, хорошо, извините. Ред! Мне только что... Ну что, опять твои баллоны вакуум не держат? Да, опять. Давай выпьем, Ред, давай. Ты знаешь... Знаешь, Кирилл Панов умер. Вот сейчас мы выпьем за упокой души. Что? Кирилл? Разрыв сердца. В душевой его нашли. Голова. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали. Я сказал, что ты в полном порядке. А чего тут не понимать? Зона. Эй, ну ты сядь, выпей. Зона. Выпей. Зона. Выпей. Зона. Не вижу,
весь бар запутался в паутине. Люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтиец стоит. Лицо у него удивленное, детское, ничего не понимает. «Малыш, — говорю я ему ласково, — сколько тебе денег надо? 1000 хватит? На, бери, бери!» Сую я ему деньги и уже кричу: «Иди к Эрнесту и скажи ему, что он подонок! Не бойся, скажи! Он же трус! Скажи, сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!» Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой. Эрнест поставил передо мной бокал освежающего. Ты сегодня вроде при деньгах? Да, при деньгах. Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить. И тут я вижу, в кулаке у меня пачка денег. Надо ж, не взял, значит, Крион мальтийский. Гордый, значит. Но все остальное судьба. Что это с тобой? Перебрал малость? Чего? Я-то в полном порядке. Хоть сейчас в душ. Шел бы ты домой. Перебрал ты малость. Кирилл умер. Это который Кирилл? Плешивый, что ли? Сам ты плешивый. Вот из 1000 таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Торгаш ты, торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Убил нас всех за зелененькие. Хочешь, сейчас вот всю твою лавочку разнесу. И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю. И соображать не хочу. Ору что-то, отбиваюсь ногами, кого-то бью. Потом опомнился. Сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю. И тик мне какой-то щеку сводит. Никогда этого раньше не было. А в зале творится. Акайки! Воробьи! Где рыжий? Куда рыжий? Черт! В мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет. Одна ледяная злоба. Так, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер. Вытащил я из часового карманчика зуду, новенькую, ни разу не пользованную. Пару раз сжал ее между пальцами для разгона. Дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонечко в плевательницу. А сам окошко распахнул и на улицу.
Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится. Но я эту зуду переношу плохо. У меня от нее кровь из носа идет. Перебежал я через двор и слышу, заработала моя зуда на всю катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу. Они первыми зуду чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался. Кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться. Страшная штука, зуда. Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, конечно, догадается про меня, да только мне плевать. Все, нет больше сталкера Реда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл. Дружок мой милый. Прости, да только выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в зоне добра. Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Кирилл, как же это? И ведь я во всем виноват. Не кто-нибудь, а я. Как я, скотина, смел его в гараж везти, когда у него глаза к темноте не привыкли. Зачем я вообще ему про эту пустышку сказал? И как вспомнил я об этом, взяла меня за глотку. Хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл. Люди от меня что-то шарахаться стали. А потом вдруг словно бы полегчало. Смотрю, Гутта идет. Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя. Идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на нее глазеют. Она идет, как по струночке, ни на кого не глядит. И почему-то я сразу понял –